В условиях высокогорья на местной линии, на смену еще недавно популярным Ан-2 и Як-40, вышел новый самолет Ан-28. Он создан в конструкторском бюро имени Антонова и построен польскими авиаторами. По взлетно-посадочным характеристикам Ан-28 не уступает зарубежным самолетам подобного класса. А обладающие высокой проходимостью шасси позволяют садиться и взлетать даже с грунтовых и песчаных аэродромов. Буквально за считанные минуты самолет из пассажирского можно превратить в грузовой. Ан-28 удобен для ведения аэрофотосъемки, геофизических исследований, для сбрасывания парашютных десантов. Для местных воздушных линий на равнинных просторах предназначен новый самолет L410 УВП-Э, построенный чехословацкими специалистами. Благодаря эффективным турбовинтовым двигателям, себестоимость перевозок на этой машине по сравнению с Ан-2 почти на 25% ниже. Практическая дальность полета 725 километров.